Привет всем! Что, друзья, обычный день в Северном море. Как видите, сейчас еще завтрак, уже, в принципе, все завтракали, но у меня же полным ходом идет приготовление обеда и ужина. Сейчас, как видите, показывал баранину, уже обжариваю, буду делать томленную баранину на ужин. Сейчас еще пастуший пирог, фарш, со вчерашнего дня осталось картофельное пюре, сейчас тоже приготовлю, а сейчас приготовлю соус для томленой баранины. Morning. How are you? How are you? How are you? How are you? Yeah. Nice. А, вот еще там говорят, что может быть, видишь, как в группе написали наши, что типа и фейк. То есть основные сайты, которые пишут про технику, про это, телефон Tesla пока не пишут. Да? Ну, не знаю, но в принципе он вам может и вычислить этот кадр, почему нет? А ты мешаешь моим процессам. А, это съемка. У меня все. За 3 часа даже. Да, хорошо. Одной секты больше стало, технологической секты, я имею в виду. Да. Apple теперь и Tesla. Кашка, да? Да. А все кто зажравшийся западный потребитель? Черти. Жируют? Да? Ну, особенно американцы были, они все опытные под, на лизинг подсевшие всю жизнь, десятками лет у них по культуре лизинг, все же кредит. И можно вся много себе позволить, вся жизнь кредит. Вся жизнь кредит, да? И можно много чего себе позволить, да, и кредит. Вот, пастуший пирог готов, тоже на обед будет. Сейчас соус доделаем. Соус тоже готов для баранины. Лук. Основа грейви и все специи. Розмарин, тимьян, кумин. И духовку. На часа 3 пойдет у него. Ну что, друзья, там с утреца показал немного, что делал. Баранину там томленую. Соус приготовил для баранины. Луковый такой соус на основе грейви. И со специями там говорил тимьян, розмарин, забыл сказать, там еще кумин, кориандр и добавляю еще ментоловый соус. Я показывал раньше баночку, просто соус добавил, хорошо люблю добавить именно баранину, ментоловую, мяту, мятный соус. Ну, сейчас покажу приготовление моего супчика сегодняшнего. Суп сегодня буду из свежей капусты варить на бараньем бульоне. Вот баранин сделал кебаб, пару дней обратно отмочил кости, остались. Люблю я щи с кислой капустой, щи со свежей капустой сварить. Сегодня вот буду варить со свежей капусты. Ну и покажу все. Сейчас уже, как обычно, раскалил кастрюлю с толстым дном. Кто смотрит мои ролики, может, впервые видите, что я именно так варю. Все, обжариваю в кастрюле. Там, где буду и варить непосредственно сам суп. Все, растительное масло немного. Уже заранее нарезано. Репчатый лук, морковь, чесночок и уже сразу свежая капуста. Все, уже раскалилось. Все это дело обжарим быстренько. Все это дело обжаривается. Добавлю немного картофеля. Тоже на такую же терку, как и предыдущий ингредиент. Мне там вот в
большая стоит бадья с картошкой чищенной. Сейчас буду еще делать. Факт. Чуть не резанул. Буду драники еще жарить на обед. Думаешь, у меня на обед сегодня будут драники. Рыбу потом покажу, какая. И пастуший пирог. Вот так. Все обжарил. Добавлю я сегодня томат-пасту еще. Иногда делаю без томат-пасты, сегодня делаю с томат-пастой. Зажарю томат-пасту сейчас. Такой будет красненький супчик с свежей капустой. Буквально минутку зажарю и буду уже заправлять бульон. Ну, сам бульончик, смотрите, какой красивый, прозрачный. Это все из-за того, что кости отмачиваю. Дня два у меня в холодильнике они отмокали. Вы видите, вот такие два масла. Оп. Так вот, все, сейчас на единичку сюда и полчасика будет вариться. Кости откину в сторону, отстыну. Там немного, немного мяса, смотрю. Ну, будет немного. Ну, чтобы побольше мяса было, у меня пару дней обратно стейк был, видите, медиум стейк остался. Не жалко, что выкидываюсь. Ну и, конечно, кощунство это в суп добавлять стейки. Ну, ничего, будет вкусненький супчик. Добавляю сюда стейк. Ставим на единичку. Ну и все, пусть варится. Последствия тоже позже расскажу. Будем сейчас делать ранее. Что, пока суп варится, пропустил вот картофель. Хорошо мне есть на этом судне большая сковородка такая. Драники быстро можно пожарить. Две сковородки и готово. Не надо вот на плите стоять там с двумя сковородками жарить. А тут накидал, накидал, раз, второй раз, и готово. Это раз, два, за месяц жарю. Наши, конечно, едят, поляки тоже любят, но местные британцы так себе. Зато сегодня еще опцию сделал, этот пастуший пирог или деревенский пирог, я все время путаюсь. Ну и рыба тоже будет, покажу, какая рыба. Сегодня просто обычно у меня на обед две опции, рыба-мясо или рыба-курица. А сегодня три получается, рыба, там говядина и тут еще плюс блинчики картофель. Золотистые, красивые белорусские дранички. В оригинале они оттуда. Картофель такой ничего вроде не потемнел сразу. Бывает, что потемнеет сразу. Это значит, что очень много химикатов в картофеле. То бишь химии. Чтоб картофель быстро рос, его подкармливают. Что сделать? Как есть, так есть. А это такая хорошая и не сильно водянистая была. Я ее чуть-чуть на мелком друшлаке откидываю, постоит чуть-чуть, потом все это дело замешиваю. Все, пожарились, откидываем на противень. Таким образом. Перед подачей буквально 5-10 минут, 200 градусов, сметаны побольше, и будет радость морякам, называется. Любят все-таки наши люди драники. Кстати, местные тоже, не каждый, но некоторые подойдет, 1-2 штучки возьмет, я имею в виду, опять-таки, британцы, и с удовольствием скушают.
что, баранину тут немного от кости я тут отделил. Добавлю сюда. Как и говорил, немного, зато добавил стейк. Суп будет вкуснее однозначно, если там много мяса. По специям соль, перец. Уже у меня замешан. И петрушку сухая. Все. Не надо больше ничем насыщать, ну, в моем случае, этот суп. Замешаем. Еще минуток 5 проварю. И все, суп будет готов. Ну вот, если так по времени рассчитать, в 7 я начал бульон варить. И почти до 10 он варился. Ну и сам суп это минут 30-40. Ну, с обжаркой, со всеми делами. Вот так часа 3,5 уходит на варку у меня. Ну, это, я же не стою там около бульона. Закинул, пошел вариться. Ну, вот консистенция примерно у меня вот такая. Такой густенький-густенький. Вот. Люблю я щи кислые и со свежей капусты, как и говорил, и с баранины. Ну все, обед готов. Как и говорил, рыбка вот в сливочном соусе с такими мелкими креветочками. Драники, то, что показывал. Деревенский пастуший пирог. Кстати, на канале тоже есть. Ссылочка будет в описании. Эта рыбка на канале тоже есть. Драники на канале тоже есть. Так что ж, внизу будет все в описании, ссылочки на эти рецепты. Ну и все, как бы, обед готов. Еще сейчас пожарю картошку фри, буквально 4-5 штучек для пастушьего пирожка. Ну и тут грейви тоже, все для британцев. Оп-оп-оп, капает, капает, убегаем, убегаем. Ну а с погодой у нас все супер. Ну, друзья, все, показал вам рецепт с щи со свежей капусты и с баранины. Еще хотел заметить то, что скажут, о, баранина вонючая, невкусный суп. Нет, с Австралии вот привозят баранину, но с Новой Зеландии она вообще другая. Дома немного другое, особенно если старый баран, это да, караул будет вонять. А тут все в порядке в этом плане, он нет такого, никаких специфических запахов, зато, в принципе, некоторые приезжают на пароход, ой, я баранину не ем. Смотрю, оп, прошел один трип, другой, смотрю, потихоньку, и говорю, а почему она не вонючая? Ну, не вонючая, баранина вот именно новозеландская, австралийская. Так что пробуем, готовим щи именно на баранине, если есть возможность. Ну и краткий обзор показал, что сегодня было на обед и заготовочка на ужин. Все, друзья, до скорых встреч. Пока.